Говорить о чем-то позитивном пока рано. Так российская сторона прокомментировала третий раунд переговоров с Украиной. Встреча состоялась в субботу в Беловежской пуще и продлилась 3 часа. Кремль обозначил требования. Украина должна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а Крым – российским. Кроме того, Киеву нужно ввести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в какой-либо блок. При выполнении этих условий Москва готова в любой момент прекратить спецоперацию. Украинская делегация забрала привезенные Россией документы для изучения. Скажу честно, что наше ожидание переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед. Переговоры будут продолжены.